voilà, donc je présente aussi Elena, voilà, qui est avec moi depuis 2 mois, oui, je crois, oui, de ses 2e mois. Deuxième mois. Voilà. Alors, bah, je pense qu'aujourd'hui. Enchantée. Enchantée. Ouais. Donc, Ina, elle habite à côté de Paris. Elena, tu habites où maintenant? J'habite à Irkoutsk, c'est en Sibérie. J'espère que très très skoro. Bientôt, très bientôt. Bien, que bientôt je viendrai habiter à Paris. À Paris. Ok, bah voilà, Ah, super. parfait. Ouais. Non, je sais pas faire, on peut faire, je sais pas. Non, Paris, moyen. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez quelqu'un? Non, personne m'a envoyé son devoir, même d'achat. Никто мне ничего не прислал. Такие вы прям Да. молодцы. Все организованные такие. Да, прям организовались вообще классно. Вот. Но ничего страшного, будем сейчас как-то вообще включаться в общий ритм. И. Так, я потеряла. И смотреть, на чем мы установились. Ин, получилось что-нибудь повторять? Да, чуть-чуть, ага. Окей. Поэтому сегодня пост про ЦОД прям в тему пришелся. Процод? COD, А, про который. СУД? ЦОД, хорошо ты его называешь. Ну, отлично. Да, мы с вами сегодня вообще-то начинаем большую и сложную тему. И мы сегодня с вами вообще-то говорим про амперфей. Вот, то, что как бы Инне уже близко и знакомо, но повторение мать учения. Вот. Окей. Значит, мы с вами вообще закончили говорить в предыдущем месяце про все, что касалось пассе композе. Было здорово, замечательно, но, в общем-то, надеюсь, что оно осталось в голове. Мы по-любому к этому будем возвращаться. Вот. А начинаем мы сегодня говорить про imparfait. Итак, Инна, раз ты уже это когда-то слышала, ты мне будешь помогать с объяснением, если что-то помнишь. Что это такое за время imparfait и зачем оно нам было нужно? Это то действие, описание действия, которое происходило в прошлом. Вот оно происходило, не факт, что оно закончилось, просто оно происходило. И оно нужно еще для того, чтобы описать, например, параллельные действия, если я правильно помню. Ну, в общем-то, да. Если проще говорить, то imparfait отвечает на вопрос, что делал. Вот это его главная задача. Ответить на вопрос, что делал. Если passé composé отвечает на вопрос, что сделал, imparfait отвечает на вопрос, что делал. Например, hier je lisais mon livre et mon mari faisait le dîner. Да, я вчера сидела с книжкой, а муж мой готовил ужин. Ну, например. Или, например, elle était très jolie et très sympathique. Да, она была очень милая и приятная. Вот как она что делала, была. Очень часто действительно imparfait используется для описания внешности, характера, каких-то умений человека. В общем, грубо говоря, то, что отвечает на вопрос, что делал. Теперь немножко про его образование. Как оно образуется? От чего? Образуется оно от формы ну настоящего. Можешь не так, если как бы вот Инна, да, или Ирина, я Инна. не связь. Инна, извините. Я знаю, как оно образуется. А как? То есть, если Инна вы знаете, то как бы давайте тратить время не будем на это. Ну, то есть, там путем отсечения и там по двум эти, по трем группам глаголов, то есть я знаю, какие окончания, я тоже знаю, только мне нужно просто А вспомнить. причем, подожди, путем отсечения кого от чего? Ну, то есть, допустим, глагол тот же самый, там, парле, который там берется, да, в первой группе, то есть, там, парле, и потом аес, аес, айте, вот это вот. Ну, окончание хорошо, но отсечение не абсолютно не так. Нет, Нет? образуется imparfait от формы ну. Ну, например, возьмем глагол faire. Как вы скажете, мы делаем в настоящем времени? Сезон? Ну, Ну, faisons. сезон? Вот от формы ну мы и отсекаем окончание ons. У тебя остается основа fait. Соответственно, уже к этой основе ты прибавляешь окончание. Je faisais, tu faisais, il faisait. Вспомнила. Точно. Nous faisions, vous faisiez и il faisait.
Почему я говорю именно одну? Ну вот возьмите глаголы второй группы, если, как вы скажете, мы выбираем. Глагол «шуазира». «Шуазисон». Ну, «шуазисон», правильно. Вы отсекаете окончание «онс», и у вас получается основа «шуазисса». Вот уже к ней вы будете прибавлять окончание. Мы отсекаем именно окончание вот первой формы множественного числа, получается, да? Да, да. Да. То есть никакого от инфинитива здесь ничего нету, именно от формы «ну». Это универсальный способ, на самом деле в этом времени у нас нет исключений, ну, кроме глагола «être». У глагола «être», я вам напомню, у него просто «j'étais», «tu étais» и «il était», да? «J'étais», «tu étais», «il était», соответственно, «nous étions» и «vous étiez» и так далее. Хорошо. Если вы это помните, то это здорово, но, да, я еще раз повторю, это не инфинитив, это именно форма. Один момент, у меня какое-то страшное. Не так. Моя, у меня просто абсолютно страшным голосом воют собаки какие-то. Я испугалась, что это с моей что случилось. Так, открывайте, пожалуйста, это у нас будет страничка 332. А можно фотку, а? Пожалуйста. Да ладно, у тебя опять нет учебника? Ну, у меня он есть в распечатанном виде. Настя, скажи мне, сколько мне распечатывать? Я не могу же все там подряд. Мне нужно вот конкретно вот от и до, сколько мне там на ближайшие 2 недели страниц распечатать? На ближайшие 2 недели распечатай до страницы... Да там просто все не нужно, мне нужна только грамматика, мне, например, учебник не нужен. Мне да, ну просто мне хотя бы, чтобы мне все 500 страниц не выгонять на принтере. Ну, я скажу, давайте, какие страницы распечатать. Давай, пожалуйста. Так. Господи, убивай, что у меня собака хитрая. Может, сходить, посмотреть? Не-не-не, вон моя, да. Это бодренькая мыть. Ну, а если не моя, то что ж теперь? Да нет, у нас просто понаехали собирать виноград всякие цыгане непонятные. Да-да-да, я смотрела сторис. Да. Итак, мне нужен третий номер. Хотя нет, давайте со второго начнем. Давайте-ка начнем со второго. Прямо по строчкам. Каждая себе по строчке берет и начиная с формы с «ж». У меня сейчас под рукой нет учебника, сори. У меня почему-то он на этот комп никак не может скачаться. Сейчас тебе тоже пришлю. А ты на почту шлёшь или на... Я в WhatsApp. А, WhatsApp. Я в WhatsApp шлю. То есть, ну, импарфе это длительно, какая-то же там что, какой-то процесс, да, который в прошлом имел место быть. Ну, в общем, да. Просто пока что задавайте вопрос, что делал. Не вдавай, вот эта теория описания, длительное действие, бла-бла-бла, это то, что отвечает на вопрос, что делал. Если то есть композит, это законченный результат. Сделал, то там хочешь делал. Сделал, то делал. Там делал. Делал. Окей, итак, сначала чисто по образованию. Второе упражнение. Ж, Инн, получила? Угу. Я вот вижу 5-е, 6-е упражнение. А другая страничка, я скинула 2 фотографии. Вторую, да, надо, да, брать фотку? Да. Ой, я смотрю, как раз у меня на страничке Куан Гастон Вене. Я помню это все. Ага. Итак, Ж. Ad imperfe, да? Да. Второе. Угу. Окей. Да, прямо ставишь сразу форму. Давай, же. Я отвечал, я шел, я читал. Je répondrai, tu réponds. Папа, je réponds. Nous répondons. Nous répondons. Окей. Je répondais, tu répondais, il répondait, nous répondions, vous répondiez, et ils répondaient. Des, répondez. Répondez, но мне нужна пока только «je». Окей. Угу, хорошо, ну следующий, прям продолжай всю строчку. «Je répondais», дальше я шел. «Allez, je allais». «J'allais», да. «J'allais». Следующий глагол, да, теперь? Да. «Je lisais». Угу. «Ну». Ой, «je écris». Подожди, ставь форму «ну» сначала. Если ты забываешь, ставь форму «ну». «Nous écrivons». «Je écrivais». «J'écrivais», да. «J'écrivais». «Réussir», «Réussir» — глагол второй группы.
Но... Простите. Боисер. Боисер, вторая группа. Не, иначе я не помню. Реюсисон. Вторая группа. Но реюсисон. Реюсисон, реюсисон. Je réussis. Да, je réussis. Хорошо. Отлично. Лен, вторую строчку на тюрьму. Tu pouvais tu rendrais. Rendrais не пойдет. Я просто это дальше глагол не знаю. Глагол rendre. Rendre — это возвращать. Возвращать что-то. И, соответственно, nous rendons. Глагол на rendre, rendre. Как répondre. Nous répondons, nous rendons. Tu rendais. Je... Nous comprenons, nous comprenons, да? Mm-hmm. Comprenons? Nous comprenons, да. Tu comprenais. Да. Tu choisissais. Mm-hmm. Tu connaître, je connais, Настя, помоги, пожалуйста. Nous connaissons. Tu connaissais. Mm-hmm. Tu devais. Tu devais, замечательно. И третья, или? Pouvoir. А pouvoir — это на что за глагол? Il pouvait. Il rentrait. Rendait. Il rendait. Il comprendrait. Nous comprenons. Nous comprenons. Il comprenait. Il choisissait, il pleuvait, il fallait. Il fallait, да. Il fallait. Нужно было, да, il fallait. Ой, тут такая деятельность в голове, кошмар. Окей, nous sortirons. Nous avions. Nous réunissons. А то он возвратный. Nous réunissons. А я не помню voir. Voir, ну, в настоящем времени voyons. Voyons, причем обратите внимание, что вполне может быть Y и ONS. Это не страшно. Потому что если вы этот «и» не напишете, все, кто учил английский, пугаются. Как же так, «y», а потом «и». Нормально, потому что если мы его не напишем, то получится настоящее время. Нам нужно не настоящее, нам нужно прошедшее. Мытьем. Да. Коннессием. Да. Хорошо, дальше, Инна. Вовулье. Вузитье. Вы тенире? Тенир, ну, тенон. Как венир спрягается? Тенисе? Нет, венир. Венир — глагол третьей группы. Je viens, tu viens, elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Ну, тенон. Да. Вутенье. Тенье, да. Тенье как переводится? Тянете? Держать что-то. Тенир? Держать, да. А тянуть как? Тихо. А только, ну, как будет, мы берем? Nous prenons, vous preniez. Vous défendiez. Vous saviez. Saviez. Vous deviez. Замечательно.
Ой, как сложно-то. Ils apprenaient. Ils apprenaient, да, а ЮНТ на конце. Батир, даже строить, да? Да, он глагол второй группы. Батисон. Ну, батисон, а только иль теперь. Ага, иль батисе. Да. Иль батисе. Иль ревене. Ревене, да. Ревене. Иль партире. Простите. Иль партире. Нет, глагол партир. Je pars, tu pars, elle part, nous partons. Il part, partirait. Non, Настя, не могу. Nous partons. Если nous partons. Ah, nous partons. Il partait. Il partait, prochain. Il vivait. Il vivait. Замечательно. Я даю вам две минутки, прямо сейчас. Сделайте мне, пожалуйста, третий номер. Прямо каждый письменно. И скиньте, я сейчас как раз Инну добавлю в общую группу в WhatsApp. И скиньте в общую группу то, что напишете. Сейчас будем разбираться. Третье, подумайте, произнесите, прежде чем напишете. А это вот, то есть, же и там вот два глагола, или два глагола, да? Да-да-да, ставим же, вот, да-да-да, вот эти два глагола. Лена, можешь мне написать сообщение в общую группу? Я не могу группу найти. Да, конечно, не вопрос. Сейчас, первую секунду. У меня 205 переписок. отлично, спасибо. Еще раз повторюсь, читайте то, что напишете. Надя, Настя, извини, пожалуйста, а вот там, где ву, там может быть потом две и подряд эту ген? Может. Да? Может. Те глаголы, которые вы сейчас пишете, это не исключение. Это глаголы первой группы, но ну, не все, правда, первые, там некоторые третьи, но в них нужно просто чуть-чуть подумать.
Сделано? Все сделано, скидывайте в общую группу, сейчас будем разбирать. В общем, надо, наверное, перевернуть. Все, я скидываю, но надо, наверное, перевернуть. Ну, фотку по-другому сделать. Сейчас я переделаю. Короче, я не знаю, что я сделала. Сейчас скину. А, какая фигня получается, по-моему. Так, скинули? Все, вижу. Да, все, поняла. Итак, ну смотрите, что написали. А, так, вижу первое у Инны. А, смотрите друг друга, открывайте работу друг друга. Смотреть на перевернутую она уже. Да-да-да, я вижу, не страшно. Итак, смотрим на Инну прежде всего. А, первое у нее как читается? А, Лен, прочитай ее первый глагол. Воежи. Не, у тебя написано не воежи. Вижи. У тебя написано что-то другое. У тебя написано voyage. У Лены вообще написано voyage. У Лены глагол voir вместо voyage написано. А, ну там ай тогда должна быть перед окончанием аис, да? Voyage. Чтобы она как же читалась. Как правильно написать, Анна? Voyage. Смотрите, у вас там е будет вставляться. Что если вы не вставите, у вас получилось voyage. А почему нельзя ай вставить? Ну, потому что в итальянском ты вставляешь «ай», а во французском ты вставляешь «е». У нас и буфером служит буква «э». Ну, это просто особенности языка. Такой, да? «Ай» не может служить нет, буфером. Нет, «ай» мы никогда не вставляем. Потому что буква «ай», буква «и» дает нам звук. У нас получается, тогда был буква «ежье» какой-нибудь. Окей. Okay. У нас буфером я служит буква «э». Ну, да, нормально. Okay. Соответственно, «корриже» то же самое, да? У обеих написано «корриге». Значит, чтобы не был корриге, а чтобы был корриже, еще раз добавляем букву «э». Чтобы «же» читалось, а не «ге», да? Так, «комосе». Так, вот правило, Настя, смотри, вот то, что убрать от, от окончания, да, формы «у», мы сделали правильно, просто мы не поставили «е» из-за того, что, ну, как бы, чтобы сохранить букву «же» как «же». Хорошо, а поставь форму глагола «voyage», форму «ну». Ну, voyageon. Voyageon, даже в настоящем. А, будет, она все равно добавится. Она уже в настоящем времени есть. Окей, поняла. Она уже есть в настоящем времени, иначе у тебя получится voyage. Да, окей. Так, у Инны в пункте «иль» пошли проблески здравому смыслу, но не очень правильная форма. Так, а что там у Лены? Ага, у Лены не пошли. Значит, смотрите. Действительно нужно «се». Лен пишет «комонке» и «плаке». Там нужно эту палку вниз, да? Там нужно хвост написать, конечно. Угу. «Комо се» и, смотри, у нас есть хвосты. «Комо се» и «пла се». У тебя логика пошла хорошо работать, но «с» мы не добавим здесь. Мы можем просто запятушку поставить, хвостик. Да-да-да, угу. Крион и вуайон. У Лены правильно, сейчас посмотрим. То есть там две буквы и подряд идут, да? Да.
написала. И на глагол voir, ну, voyons, соответственно, voyons, еще одно и. Что-то у тебя просто глагол какой-то другой пошел. Что-то да, я какие-то другие глаголы, по-моему, написала. Да, copier тоже правильно у обеих, и у обеих неправильно étudier. Étudier. Что вам не понравилось, просто две и написать? Какие-то слоги пропустили. Ой, игрик нафиг надо было воткнуть. А это вот английский вам мешает. Ну и, соответственно, последний, который у вас «Dirigé» и «Annoncé». Ну, как вы догадываетесь, здесь нужно просто написать «Dirigé» и «Annoncé». Ну, смотрите, мне кажется, элемент дружности в коллективе уже есть, да? Дириже управлять, да? Что такое дириже? Все дириже это управляться. Дириже что-то управлять чем-то, да? Если ты дириже une entreprise, я управляю предприятием. А если все дириже, то это направляться. Направляться. Форма правильная, да? Все дириже для иль. Вот именно се. Все, да? Все дириже. Да, нет, не, у тебя проблема только в этом, в же. Значит, смотрите, для чего упражнение было сделано, чтобы показать вам, что ампарфе – прекрасное, доброе время, никаких исключений в нем нету. Просто читайте, что пишется. То есть здесь вопрос исключительно фонетики. Если сообразите, ну вот если просто увидите вот эти вещи, то есть иногда, например, ей не хватило просто знания, как это сделать, она чувствовала, что-то не так, но не хватило просто, ну, вот этих инструментов. Сейчас они у вас есть, то есть либо у вас буква «Е» добавится, либо у буквы «С» хвост появится. Все, там, в общем-то, ничего такого сложного нет. Окей, я вас попрошу начать делать пятый номер со мной. Мы не будем его доделать полностью, я хочу дать вам все-таки текст. Так, пятый номер. Пьер Рулан. Лен, начни, пожалуйста. Угу. Просто читать и переводить, да? Переводить можно не переводить, если все понятно. Форму ставить. В нашем импарфе? Угу. Пьер Рулан прандэ. Son café et écoutait distinctement ce que sa femme. Donc Pierre Roland prenait. Prendait n'est pas idiot, parce que nous prenons. Prenons, простите. Et que sa femme disait aux enfants. А мне просто абзац, Настя, да? Не абзац, по очереди, следующее предложение. Je connaissais bien tous les détails de cette histoire. Elle... Это второй группы? Se sentir, это третья группа. Я не знаю. Sentir, je me sens, tu te sens, elle se sent, nous sentons. Sentons. Il se sentait mal, mais elle ne. Elle. Ah. Elle. Elle ne voulait pas aller consulter le médecin. Consulter. Ne voulait pas aller consulter le médecin. Consulter le médecin. Mm-hmm. Avant, il n'a. N'avait pas de voiture et on voyageait beaucoup à pied. Как ты напишешь voyager? Voyager avec E. Avec E, хорошо. Mes amis m'attendaient à l'entrée du parc. Paul est écrirait ce que je lui dictais. Donc, écrire n'est pas idiot, parce que nous écrivons. Écrivait. Ou l'écrivait. Sylvie donnait ses cours, interrogeait ses élèves, corrigeait ses copies, ses copies. Там точка или что-нибудь? Коррежись и купи, да, точка. Окей. Жером... О, алле... Жером алле а ла библиотек муниципаль лизе де ливр и де ревю.
Il mangeait dans un petit restaurant à la même table presque chaque jour, le même repas chaque jour. Le soir, il lisait des journaux. Il voyait des films. Il se promenait dans les rues. Donc, il se promenait dans les rues. Il se promenait dans les rues. Хорошо. Единственное, у меня вопрос к предыдущему. Про manger. Да, il mangeait dans un petit restaurant, как, Елена, по-моему, твоя была фраза, да? Они ели в маленьком ресторане. Как ты скажешь, как ты напишешь этот manger? Ну, manger, две «е» идут подряд. Почему две «е»? А, нет. «Г», «Э», «А» и... «ЭНТ», да. Окей, хорошо. Да. Да. Так, хорошо, дальше, человек, кто там мне? Leur vie, Лена, по-моему, тоже ты, да? Leur vie, leur vie était, était. Était, Leur vie était comme une trop longue habitude. Хорошо, дальше, следующее. Il vivait dans un petit appartement qui donnait sur une cour. La maison était vieille, mais la cour était. La cour était merveilleuse. Что такое la cour? Двор? La cour, это дворик, да. Блин, потеряла. Entre deux grands arbres traversant un beau gazon, descendait une allée qui donnait à la cour un air de campagne. Le matin, ils ouvraient les fenêtres et pendant le long minuit, ils admiraient le cœur. Pendant que le secrétaire téléphonait, le chef de service pensait à Pierre Roland. Il marchait le long du quai. Quai était как его, господи, набережная. Et pensait à rencontre qu'il devait avoir bientôt. Quand j'étais enfant, on allait à l'école le samedi. Pendant qu'un élève récitait sa leçon, les autres faisaient des exercices. Quand j'étais jeune, je faisais du sport et je prendrais part. Je prenais part à deux compétitifs sportifs. Compétition, à des compétitions sportives. Compétition sportive, oui. Il faisait beau. Il se promenait et regardait distraitement les vitrines. Хорошо, и последнее. Смотрите, что здесь вам хотят сказать. Вам хотят сказать, что «un parfait» еще имеет значение выражения просьбы. «А не сделают ли нам что-то?» Да, «А не пойти бы нам в кино?» И воспользуется он «si» плюс «un parfait». Ну, например, «et si on allait au théâtre?» «Не пойти бы нам в театр?» Да, «si on allait au théâtre?» Я не могу сказать, что это прямо очень какая-то разговорная фраза. Честно, уходит оно из речи, но может иногда и встретиться. Поэтому имейте в виду, что так можно сказать. Не очень часто, но иногда попадается. Давайте сделаем. Вот как раз вот у вас здесь пример. А сейчас я или Инна? Вы, по-моему.
Я, да? Ага, si tu ne sais que faire? Tu ne sais que faire, да, ты не знаешь, что делать. Настя, я не поняла, что... Нет, что, ну, что да, дальше, есть? Дальше, дочитай. Ты не знаешь, что делать, а не спросить ли тебе совета у папы. Si tu demandais ce conseil à ton père? La soirée est trop ennuyeuse. Si nous partirions... Donc, si nous... И ну... Ну, партон. Партон? Партон — это в настоящее время, ну, партон. А значит, вам парфе? Партион? Партион. Си ну партион, да. Партион? Угу. Угу. Он в ретар. Си он... Се депешьон? Депешьон. On, да? Депешон. Si on se dépêche, on forme on, она. Как il, elle, да? Si on se, значит, просто a и t на конце. Nous devons discuter beaucoup de choses. Si vous passiez chez moi en soirée, On ne voit presque rien d'ici. Si on prenait place plus près de la Seine. Seine, tu t'as dit, c'est les Seine. 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 Сцена, да? Да, сцена. Окей, вот, в общем-то, пока что это все, что нужно знать про парфе. В следующий раз мы немножко усложним. У нас на парфе у меня обычно уходит 3, максимум 4 урока, тоже скорее идет с повторением по секунд позы. Вот, поэтому мы с вами с ним быстро расправимся. Текст, который, Инна, я не помню, мы читали с тобой его или нет. Но учитывая, как ты читала на тот момент... Про Пьер Рулана? Не, про Пьер Рулана это мы уже с девочками закончили. Они мне должны были сегодня пересказывать, но что-то как-то, мне кажется... У нас, если Даши нет, понимаешь, пересказывать, то... Ты пересказывай. Ты просто такую историю придумала, Настя, для его будущего-то. Главное... Ну, что сказать? Нет, первую лану мы уже закончили. Откройте то, что я вам сейчас только что скинула. Rencontre d'amour, я вам прислала в Skype. Мне кажется, и на 100% было, я всегда даю вам парфе, но просто, может быть, не помнишь, но и не страшно. Прочтем, я все равно думаю, что слова-то не помнишь отсюда. Вот. Я подумаю, что тогда в следующий раз мне сделать, чтобы, ну, для тебя оно тоже было ново. Потому что я обычно даю Rencontre d'amour, и следующее, что я даю, это Космополитен. Но ты у меня, по-моему, Космополитен тоже читала. А, да, там про... Оттуда я узнала слово «лавабо». Да, замечательно. Это не открывается. Он PDF должен у всех открываться. Скажем, что пришло. Так... Настя, посмотри то, что пришло. Скажи, пожалуйста, куда надо тыкнуть? А, все, поняла. Нашла. Сори, забыла. Что делаем? Открыли распечатку эту? Да. Замечательно. Окей, donc nous allons parler de l'amour. Напомните мне, пожалуйста, что такое un coup de foudre? Любовь с первого взгляда? Замечательно. А, кстати, какие еще выражения знаете со словом coup? Да, например... Я не знаю. Было в маленьком Николя. Ладно, вспоминайте, «Анку де бах». Помните «Анку де бах»? Помните такое выражение, вы чего? «Анку де бах» — это когда вы говорите «я вырубаюсь», «я устал», «я вырубаюсь», «я анку де бах». Да, я же вас мучила этим выражением. Значит, «Анку де фудра» — это у нас действительно любовь с первого взгляда. Итак, посмотрите, у вас в тексте маленькая такая фраза, левую часть текста смотрим. Написано 12% des Français ont connu le coup de foudre une fois dans leur vie. Est-ce que vous avez déjà connu un coup de foudre? Est-ce que vous pensez que 12% c'est beaucoup? Lena, est-ce que toi tu as déjà connu un coup de foudre? Je sais, qu'est-ce que c'est? Ok, voilà, tu as connu un coup de foudre. Est-ce que Inna et toi, avec ton mari, c'était un coup de foudre? Oui.
Ok, très bien. Est-ce que vous pensez que 12% de Français qui ont connu le coup de foudre, c'est beaucoup ou c'est peu? C'est trop peu. Pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est peu? Quand même, un coup de foudre, c'est rare, hein? Peu, это же мало, правильно? Да. А, pour français, qu'ils sont connus de tout le monde. Любвеобильная нация такая, и всего 12%. Ok, d'être, tu peux dire d'être, non, amoureux, это скорее, вот любвеобильный, у них нет такого слова, можно сказать être plein d'amour, да, как полный любви, être plein d'amour. Est-ce qu'ils sont vraiment pleins d'amour? Est-ce qu'on peut dire que, Oh non, ben non. non, mais ils sont connus. Oui, ils sont connus, mais Je en réalité, ils sont comment? Je pense qu'en réalité, les Français sont très froids, comme les Russes. Eh oui, d'accord. Ils sont pas. Peut-être les Italiens, mais les Français, les vrais Français, pour l'amour, ils sont très prudents, très froids. Ils sont vraiment comme les Russes. Personnellement, ce que je pense, que j'ai vu, ce que je vois avec mes amis, mes copines, mes copains, je pense que c'est vraiment un cliché. Eh oui, absolument cliché. C'est Я que. вчера, кстати, думала про это, не знаю почему. Мне кажется, это вот у нас с подачи Боярского и его Ланфрен-Ланфра. Оно все пошло. Ну, видимо, да, потому что так-то еще те скользкие холодные рыбы. Окей, давайте мы с вами почитаем три истории, как раз посмотрим, как здесь употребляется ампарфе и пассе композе, как они между собой связаны. Итак, терминус ле мариаж. Ин, начни, пожалуйста, читать. Так. Которая правая, правая в уголке. J'étais dans une boulangerie. Да, j'étais dans une boulangerie. А, Oh, не, подожди, okay. правая, правая, извини, нет, terminus le mariage, что я что-то туплю. J'étais dans le couloir. Ah, j'étais dans le couloir d'une TGV. TGV. J'avais une très lourde valise. Il était aussi à côté de moi. À côté de moi. À côté de moi, il était vraiment classe. J'ai tout de suite Craqué. craqué et il s'est précipité pour m'aider et ça m'a Affolé. affolé la mienne. Quand il a pris mon bagage, j'étais électrisée. Par ses contacts, nous avons Vécu. vécu un merveilleux premier voyage. On s'est marié l'année D'accord, prochaine. on se marie On s'est marié l'année prochaine. l'année prochaine. Ok, Alien, переводим. А почему, у меня здесь, хорошо, сейчас я переведу, он se marie, prochaine, это же Нет, прошлое время. prochaine это будущее. А, Следующее. все. А прошлое? Passé. Basé, да. Dernière, l'année dernière, l'année passée. Dernière. У меня вот это вот что-то... Так. Я была в коридоре в ТЖВ. Это какая-нибудь там, что-то по ТЖВ. TGV, это поезд. Называется train, расшифровывается как train à grande vitesse. Но это скоростные поезда. А у меня был очень большой чемодан. Он был рядом со мной. La classe, я знаю, что такое. То есть хорошо выглядел, да? Да, он был Наверное. очень дорого одет, вот можно сказать, очень такой вот, да. Craquer – это запасть на что-то. Вообще, craquer – это что-то сломать. А j'ai craqué, не обязательно на человека, вы можете сказать dans le magasin, par exemple, vous êtes allé dans le magasin, vous ne vouliez rien acheter, et là, vous avez vu une robe, et vous avez craqué, vous avez acheté cette robe. Окей. И я тут же, в общем, упала в обморок. Он поспешил, se précipiter, подписывайте себя, буду вас слова в следующий раз спрашиваю, se précipiter pour faire quelque chose, поспешить что-то сделать. Se
Первая глупо, да? Se précipiter pour, да, se précipiter, торопиться что-то сделать. Он поспешил мне помочь, и его рука там коснулась. Холед затронула мою, дотронулась до моей. Когда он взял мой багаж. Все взорвалось. Мне хочется красиво. Все электрицитет. Ну, да, меня как током ударило. Я понимаю, что... Меня ударило током. От этого контакта. Мы встречались... Мы провели, прожили. Это проживать, да? Это глагол vivre, да. Мы прожили сумасшедший, чудесный первый какой-то трип, в общем, и следующий год мы поженились. Поженимся. Мы поженимся, да. Ага, окей, très bien. Alors dites-moi, s'il vous plaît, Ina, où Aurélie a rencontré son futur mari? Вот она, ваша смесь пошла imparfait плюс passé composé, потому что она, смотрите, когда вы текст читали, описание было в imparfait, все, да, а когда он уже поспешил, подошел, ее рука коснулась, это уже пошло passé composé. Alors, donc, où est-ce que Aurélie a rencontré son futur mari? Aurélie a rencontré sa future mari à une TGV. Dans un TGV, d'accord. Elena, comment était son futur mari physiquement? Comment était-il? Il a été classe. Il a été très classe. Il était, только лучше сказать. Потому что вот здесь как раз он уже был в imparfait, да? Он что делал, был в imparfait. Il était. Okay. Il était très classe. D'accord. Et Ina, qu'est-ce qu'elle a senti quand il a pris son bagage? Il a précipité... à l'aider à l'Aurélie. L'autre question, qu'est-ce que Aurélie a senti quand il a pris son bagage? Il s'est senti électrisé. Quand il a pris sa valise. Sa valise, elle s'est sentie, donc elle n'a pas чувствовал. Elle s'est sentie électrisée quand il a pris sa valise, ok. Et Elena, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Oui, bien sûr. Ils se sont mariés l'année prochaine. Donc, ils se sont mariés, Tani, je peux pas dire, Tani, je suis ils se marient. Ils se marient l'année prochaine. Ils se marient l'année prochaine. Ok, замечательно. Смотрим следующий кусок черный, который про Карима. Okay. Я вам напомню, что слово une incendie, это пожар. А incendie, соответственно, воспламенившийся. А incendie, это пожар. А где это? Это под текстом следующий, который назвали. Я поняла, а где вот это вот? Incendie. А, все, поняла. Там у вас incendie, воспламенившийся, а вообще вам нужно знать слово une incendie, его запишите себе, это пожар. Une incendie, пожар. Окей, Лена, читаем. Окей. De feu, encore incendie. Incendie. Там у тебя incendie. Je l'ai cherché mon frère à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport, l'avion était du retard. Avait du retard. Elle cherchait du feu. Je me suis précipitée avec mon briquet. Elle était petite et portait un jean. Un jean déchiré et des baskets. Alors que je suis plutôt à не знаю глаголов этих. Alors que je suis plutôt attirée par les femmes grandes et élégantes. Это элегант.
Et élégante. Et nette. Et élégante. J'ai eu un flash et j'ai senti immédiatement que ma vie allait changer. On s'est perdu, retrouvé à la station de taxi. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. On vit ensemble depuis 9 ans. Depuis 9 ans, ok, замечательно. И на переводе? Я поехал в аэропорт встретить своего брата. А самолет задерживался. Она искала... Когда ты говоришь «j'allais chercher quelqu'un», ты действительно правильно перевела «я приехал за братом». Вот обратите внимание, как глагол «chercher» используется в качестве нашего предлога «за». Я приехал за кем-то, да, например, я говорю «заедь за мной», там, я буду на работе, «я me chercher au travail». Итак, значит, она искала чего? Она хотела прикурить, тюфе, огонь, прикурить. Да, она искала, ну, огонька, да. Прикурить я поспешил со своей зажигалкой, предложить свою зажигалку. Она была невысокого роста и одета в джинсы. А что такое джинсы? Дешире рваные. Анджин дешире. Обратите внимание, джинсы единственного числа. Да, дешире рваные. Рваные джинсы и кроссовки. В то время как мне всегда нравились высокие элегантные женщины. Меня привлекали, да, но мне нравились. Обратите тоже, подпишите себе, да, être attiré par quelque chose. Par quelqu'un, par quelque chose. Attiré. Привлекали высокие элегантные женщины. У меня случился флэш, вспышка, и я тут же почувствовала, что моя жизнь изменилась. Он сопердю, я потерялся и нашел себя уже на остановке такси. Нашлись мы уже, да? Окей, на остановке такси я спросил ее номер телефона. Мы живем вместе уже 9 лет. Замечательно. Alors, Elena, dis-moi s'il te plaît, où Karim a rencontré sa copine? Comme moi, à l'aéroport. Ah, d'accord. Il a rencontré, я просто хочу полную грамматическую конструкцию. Il a rencontré. Sa copine à l'aéroport. À l'aéroport, d'accord. Ina, comment était la fille physiquement? La fille était petite et portait une jean déchirée et des baskets. Des baskets, ok. Elena, et notre personnage, il était attiré par quel type de femme? Attirer, это быть, être attiré par quelqu'un, это быть привлеченным, ну, меня привлекает что-то и что-то, да, вот у тебя там есть текст. Настя, задай еще раз, пожалуйста, вопрос. Notre personnage était attiré par quel type de femme? Non, absolument non. Вопрос нет, каким типом он был привлечен? Il a été par... Только il était, он был, да? Il était attiré. 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 Потом напиши, пожалуйста, ладно, ты написала? Оно есть в тексте, посмотри, пожалуйста. J'étais attiré. Il était attiré. Attiré, посмотри, пожалуйста. Attiré par les femmes grandes et élégantes. Très bien. Et est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble depuis 9 ans. Depuis 9 ans, voilà, ils sont toujours ensemble depuis 9 ans. Следующую историю, Лена, сразу переводим, не будем читать, она такая маленькая. Это как... De pain d'amour et d'eau fraîche. Есть выражение в французском языке vivre d'amour et d'eau fraîche. Сейчас я вам его запишу. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Когда используется...
дальше. Используется, ну, примерно как наша с Милым и Рай в шалаше. Это когда кроме любви вам ничего не надо. Вот только вот свежую воду и любовь, да? Вот, вот это вот они говорят, видамур, эду фреш, и больше ничего не делают. Вот здесь идет такая немножко игра слов, ну, такое, вы сейчас поймете, почему. Да, да. Хорошо. Я был в булочной, je faisais la queue. Так, вот сейчас внимание. Faire la queue – это стоять в очереди. Только с определенным артиклем. Подписывайте себе только с определенным артиклем. Faire la queue – это стоять в очереди. Не дай бог сказать с неопределенным артиклем, меняется смысл полностью. Только, на какой? Наделать минет. Потому что «ин-кё» — это мужской половой орган. «Ин-кё» — это вообще переводится «хвост», ну, как «очередь хвоста», либо «член». Соответственно, «фэр ин-кё», ну... Понятно. Вот. Ладно. Я просто однажды сама звонила Себастьяну, я стояла как раз в очереди за этим, за сэндвичем, я помню. Я звоню ему, он говорит, что делаешь? Я говорю, да в очереди стою. Я-то не знаю разницы между «ин-кё» и «ля-кё». Вот, ну и он такой, хорошо, но у меня с юмором, Себастьян говорит, что делаешь, еще раз все-таки давай. Вот, что... Оговорочка по Фрейду. Да, я как раз в этот момент работала переводчиком на, ну, там, на одной выставке, ему это очень не нравилось, поэтому, да, он как раз очень так несообразно. В общем, осторожней, да, стоять в очереди, «faire la queue». Надо... Угу. Сейчас как раз буду звонить. Ладно. И на дальше надо переводить, сказать, да? Что я учу вас еще всяким выпустим. Так, есть у Дилинжей, да, она... По-моему, это то, что нужно в жизни. Она направилась к выходу со своим багетом в руках. У нее... Она выглядела как ангел с голубыми кудряшками. А почему голубыми-то? Я потому что считаю ангел, блондинка, и обычно ангелы, блондинки с голубыми глазами. У меня идет мысль, голубые глаза, но я их не нахожу. Не-не-не, Мальвины здесь не было, с белыми кудрями, да? Да, да, блондиночка. Окей. Okay. Наши взгляды встретились, и... У меня перехватило дыхание. Перехватило дыхание. Суфле купе. Суфле – это дыхание, купе – отрезанное. Ну, то есть, дословно, у меня отрезало дыхание, мне перехватило дыхание. Подписывайте себе тоже эту фразу. И на вы. А, о, я потерялась. Жете суфле купе. Я вышел из магазина быстро. Выбежал, да? Я выбежал из магазина. И дальше? А вот это вот же, это что такое? Я догнал, догнал. Слушайте, вы даже, что вы не по предложению переводите, переводите по кускам каким-то. Так, я догнал. Я догнал с Андреем, да? А ретропе это... Догонять. Догонять? Да. В университетах бывают всякие курсы до ретропажа, да, типа вот, ну... И мы женаты уже больше, чем 20 лет. Отлично, окей. Donc, des trois histoires très très romantiques. Et vous allez la prochaine fois me raconter votre histoire en utilisant tout le vocabulaire de ce texte. Вы зубрите слова из этих текстов. Они здесь очень хорошие. Все выражения, их нужно прямо знать наизусть. Вы готовите мне свою историю с использованием вот этой лексики. Старайтесь использовать и ампарфе, и пассе композе. Стесняйтесь рассказать свою историю, рассказывайте из книжек. Мне не важно абсолютно, что будете рассказывать. Делайте также номер 4. Это 300 какая там? 333, что ли, да, 4. Настя, до какой страницы мне распечатать, чтобы там, ну, в ближайшие хотя бы 2 недели не парить мозги вот с этим вот там фоткой, там не фоткой? Так, распечатать надо будет. 332-336. 368-372. Хорошо, спасибо. Дальше достаточно. Окей, все, тогда до четверга. До четверга, спасибо всем. Всем пока-пока. Бритту, бонжурне. Бонжурне.